«Исламское государство» опубликовало фото своих террористов, совпадающее с фото ФСБ. Опубликованное «Исламским государством» фото террористов, совершивших нападение на Крокус-Сити-Холл. «Исламское государство» назвало теракт в Крокусе самой жестокой атакой за последние годы и опубликовало фото террористов, одежда которых совпадает с одеждой задержанных, фото которых публиковало ФСБ. Источник – «Новая газета Европа» со ссылкой на группу сайт и телеграм-канала. Детали. Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала заявление в связи с терактом в Крокус-Сити-Холле, где назвала его самой жестокой атакой за последние годы. Это сообщение опубликовало близкое к ИГ агентство «АМАК», передает группа сайт, отслеживающая активность террористов в соцсетях. Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что террористы были вооружены пулеметами, пистолетами и емкостями с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием Крокуса. В сообщении говорится, что боевики ИГ собирались напасть на большую толпу христиан. Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГ странами, которые борются с исламом. Также была опубликована фотография с нападавшими. The Insider отмечает, что цвет, покрой и принт на одежде двоих из боевиков с кадра совпадает с одеждой задержанных, о которых отчитывалось ФСБ. Телеграм-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным АМАК. Предположительно, трое нападавших идентифицированы по снимку. Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.